Можно моделировать активность левого полушария, можно моделировать активность правого полушария, в зависимости от того, что необходимо. Известно, что зачастую после определенных событий, таких как инсульт, нарушение кровообращения, может страдать одно из полушарий мозга, уменьшаются его потенциальные способности, возможности для обработки информации, можно активировать мозг. Во время недостатка, кстати, очень интересное явление, часто фиксируется недостаток альфа-волн или низкая их амплитуда у людей, страдающих алкогольной зависимостью. И мы наблюдаем объективно, что, как правило, эти люди возбуждены, быстро выходят из себя, не владеют собой, часто являют собой психотические состояния, раздражительности, неадекватного поведения. Это говорит о том, что альфа-волн недостаточно у них. То есть на клиническом исследовании мы видим недостаток альфа-волн. И мы можем помогать таким людям с помощью специальных звуковых программ активировать синтез нейротрансмиттеров, нейрогормонов, таких как дофамин, серотонин, что важно, бета-эндорфин, а он выделяется лучше всего на частоте альфа и тета. Таким образом, мы помогаем человеку быстро приходить в нормальное состояние, выходить из абстинентного синдрома, выходить из состояния вынужденной ремиссии в нормальное состояние здоровое, то есть его мозг оздоравливается. Даже известны опыты исцеления, излечения людей, даже с такой, казалось бы, вещью, как хроническая алкогольная зависимость у людей, которые были в диагнозе хронической алкогольной зависимости. Мы знаем, что никакие таблетированные формы современной фармакотерапии не являются актуально или потенциально способными сделать такие вещи, помочь человеку вылечиться. По сути дела, мы говорим об исцелении. Здесь гармонизация функций ум-тела. Когда вы работаете с нейроакустикой, вы работаете со звуком, на эту терапию откликается каждая клеточка вашего организма. Включается так называемая митохондриальная память, вплоть до памяти ДНК. И когда вы помогаете организму с помощью звука, а это процесс, как говорят в науке, предначальный звук, потому что человек знаком со звуком, человеческое существо, знакомо со звуком, начиная с 6-7 месяцев своего развития внутриутробного. И это первый контакт с внешним миром, который существует у человека, предначальный звук. И давая человеку это питание, а на международном съезде психоневрологов было признано, что самая главная еда или питание для мозга – это не зрение, это не вкус и не та еда, которую принимаете. Самое главное питание – это звук, потому что это включение мозга в ту среду, которую вы знаете еще до своего рождения.